Кандидат в президенты Султанат Турсунбекова посетила кризисный центр в Караганде. Там она встретилась с женщинами, которые попали в сложную жизненную ситуацию. На встрече обсудили вопросы, касающиеся защиты их прав и законных интересов. Турсунбекова ответила на вопросы участников и рассказала о своей предвыборной программе. Напомню, ее выдвинули от общественного объединения «Казах Аналары» Дастурге Жол. Почему люди и женщины обязаны приходить в кризисный центр? Почему они с детьми не живут у себя дома? Почему мать должна с детьми уходить? Да, они вынуждены сегодня здесь временно поселиться, и чтобы избежать каких-то тяжких последствий, которые могли бы их ожидать. Мы знаем множество случаев, когда женщина, обороняясь, к сожалению, отказывается впоследствии в местах лишения свободы, защищая себя и защищая своих детей. Права женщины, детей должны быть защищены.